сейчас человек лежит. Дайте мне пройти, вы мешаете мне работать. Прохожие, которые и обнаружили женщину, пытаются уговорить врачей выйти. Бесполезно. Вы отказываетесь помочь человеку, который умирает. Пожалуйста, видите. Все это время недалеко от порога медучреждения лежит пенсионерка. Поначалу она даже была в сознании, но, по словам очевидцев, врачи 23-й больницы ничем не помогли. Очевидцы вызвали скорую, но пока она ехала, женщина скончалась. Вот то самое место, где впоследствии врачи скорой помощи и зафиксировали смерть пациентки. Буквально в полусотни метров отсюда находится крыльцо больницы, на котором периодически появляется охранник. Сегодня служба безопасности на редкость активно. При появлении нашей съемочной группы даже вызвали бойцов в бронежилетах. Но вот в трагический вечер никто из персонала на происходящее здесь никак не отреагировал. Как понять реакцию врачей приемного покоя, куда свидетели обратились напрямую? Зашли, начали спрашивать у врача нормально, спокойно там, ребят там, может кто-то из врачей, вас тут много там, дойдет хотя бы, посмотрит. Нам сказали, что у них очень много работы, при этом они все находились в кабинете, да, и ничего особо не делали. Все действия, а точнее бездействия врачей теперь изучают в прокуратуре. Как стало известно, женщина вышла из этой самой больницы, где проходила процедуры. В самой больнице делать какие-либо выводы пока отказываются. Больница, и рядом с больницей находится умирающий человек. И никто не выходит и не помогает. Вы здесь как бы свои догадки пока. Какие догадки? Есть видео. Вы можете нормально ответить? Высказывайте. Что тут догадки? Значит, клятву Гиппократа ведь никто не отменял. Почему вы не помогли, собственно, врачи ваши? Почему? А почему вы считаете, что не помогли? Помогли. Ладно, это все уже, грубо говоря, провокация. Вы же все наверняка с высшим образованием. Что можно предпринять в отношении умершего человека? Вот подумайте. Все детали этого дела станут известны после судебно-медицинской экспертизы. Если выяснится, что причиной смерти пациентки стало несвоевременное оказание помощи, врачам будет грозить уголовная ответственность.